Добро пожаловать на канал Hardress Info. Перед нами находится планшет Lenovo Tab M7. И сейчас мы разберемся, как раздать портативную точку доступа с данного девайса. Итак, для начала мы смахиваем шторку сверху вниз дважды для открытия панели управления. И здесь у нас кнопка точку доступа. Чтобы ее включить, просто нажмите на нее. Чтобы настроить, зажмите кнопку. Потом нажмите точку доступа в LAN. И вот здесь вот у нас есть... Во-первых, можно установить защиту, либо ее убрать. То есть защита есть. Если есть, то можно настроить пароль точки доступа, нажать ОК. Также можно настроить название точки доступа и раздать QR-код. Но для этого нужно ввести пароль разблокировки экрана. Также есть дополнительные настройки. Автоматическое выключение точки доступа, если никого нету подключенного. Можно включить или выключить эту функцию. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!